В Новосибирске открылась ярмарка обуви для проблемных ног. Белорусские и отечественные производители представили несколько сотен моделей из кожи и эко-кожи. Татьяна Дмитриевна пришла за новой парой зимних сапожек. Выбор сделала быстро. Говорит, сшиты будто для нее. Для меня она удобная. У меня тем более болит правая нога, так что для меня самое главное. Ну и выбор есть. В магазин придешь, там всего выбор маленький, а здесь выбор есть. Я уже не первый раз сюда прихожу, так что мне нравится. Анатомическая обувь – спасение для покупателей с проблемными ногами. Высокий взъем, широкое голенище, а удобная колодка предупреждает деформацию стоп и появление натоптышей. Размерный ряд – женская обувь до 44 размера, мужская – до 49. Не первый день хожу по городу. У себя на 5-м, на 6-м. Вот такая обувь, китайская, да, что ли. Вот такие коротенькие коляшечки, да, щеголки. Ну, зима же. Мне 75 лет, ноги замораживать уже нельзя, суставы так болят. Поэтому я поехал сюда сегодня, первый день приехал, точно нашел. Нога спит просто. Отлично. Беру. Подошва сапог и ботинок сделана так, чтобы даже на льду можно было стоять уверенно. Она не промерзает, не крошится, не проваливается, не лопается ни в коем случае и служит как термос. Внешний слой этой подошвы не пропускает холод вовнутрь, соответственно, изнутри не выпускает тепло, накопленное в вашей ножке. Качество товара можно проверить самостоятельно. На коробках QR-коды. Изделия зарегистрированы в национальной системе маркировки «Честный знак». А чтобы этой зимой тепло было не только ногам, на ярмарке можно приобрести и термобелье. Сделано по технологии австрийской, это термобелье у нас идет в Беларуси. Из умного волокна, так мы его называем, там сплетение двух нитей. Первая нить у нас держит тепло, сохраняет тепло, вторая нить у нас выводит влагу. И при этом температура тела, естественно, сохраняется, всегда остается в тепле. Штаны, лосины, кофты, носки. Изделия можно купить как отдельно, так и комплектом. Легкая, комфортная одежда. А широкий размерный ряд обрадует обладателей нестандартных форм. Особое внимание продавцы советуют уделить ивановскому. Термобелье, оно изготовлено по особой технологии. Это 100% хлопок. И даже в минус 40 в таком белье будет не холодно. Сейчас на изделия большие скидки. Распродажа термобелья и обуви для проблемных ног будет идти до 28 ноября в ДК «Прогресс» и ЦУМе. Покупатели ждут каждый день с 10 утра и до 7 часов вечера.